сегодня у нас проведены тактические учения по тушению пожара, возникшего на теплоходе рейдовый 4. Это, условно говоря, наш толкач-буксир, который применяется у нас в Автобойском речном порту. Пожар по замыслу произошел в машинном отделении под верхней палубой в районе кормы. В месте расположения двигателей, также емкостей с топливом и маслом. У нас было задействовано 6 основных пожарных автомобилей, это 6 АЦ и один автомобиль воздушно-пенного тушения. Для тушения пожара у нас было также задействовано 20 человек личного состава, подано 7 стволов, водяных стволов и 4 ствола воздушно-пенного тушения. Было сконцентрировано нужное количество личного состава для подготовки и проведения пенной атаки при так называемом объемном тушении пожара.